Еще раз добрый день, друзья. Приветствую своим словом сегодняшнее мероприятие. Действительно, этот конкурс стал немного другим, чем был раньше. Никогда еще в конкурс не были вовлечены торговые сети. Две федеральные торговые сети, одна из них международная, Медиамаркт и Мир электроники, и федеральная сеть цифровой техники ИОН присоединились к нашему конкурсу, и это, на мой взгляд, прорыв. Конкурс переходит на новый, качественный новый уровень. Надеюсь, что в следующем году и остальные сети присоединятся, потому что только при помощи прилавка можно развиваться, да, то есть надо идти к потребителю. Почему сегодня это интересно? Потому что сегодня, мне кажется, интересно любые мероприятия, которые так или иначе могут подстегнуть спрос. Главная задача нас всех – выжить в этот кризис, а выжить можно только при помощи, при наличии платежеспособного спроса. Вот этот конкурс, мне кажется, будет способствовать его наличию и его развитию. Что интересно и нам как гражданам, и нам как пишущим братьям, потому что журналы закроются, если не будет рекламодателя, мы останемся без работы. Это интересно производителям, потому что они зарабатывают деньги на продаже. И это должно быть интересно сетям. Мы посмотрим, подведем итоги. Сети согласились с нами вместе работать, исследовать последствия этого конкурса. И в следующем году, перед следующим конкурсом, мы обнародуем, какая эффективность вот этого конкурса. Также хотелось бы сказать еще одну вещь о том, что много конкурсов у нас в стране всяких разных, но, по-моему, это единственный конкурс, который не продается, который неподкупный, который честный. И если компании побеждают, то они побеждают не потому, что они внесли какой-то бюджет, а потому, что они действительно произвели лучший продукт. Итак, мы идем дальше. Я передаю слово следующим коллегам. И еще раз хочу вас всех поздравить с очередной серией этого замечательного конкурса. Спасибо. Добрый вечер всем. Знаете, этот конкурс надо придумать только ради того, чтобы хотя бы раз в год видеть все эти милые, дорогие нашему фоторынку лица. Потому что, по-моему, других поводов собраться так всем вместе, ну, выставка, конечно, да, но на выставке мы все бегаем друг за другом. Пытаемся позвонить по телефону, а тут друг раз вот так вот. Как будто вчера было, правда, последний раз? Как будто ничего не изменилось. Ну так, конечно, много чего изменилось, но мы про это не будем сегодня. Сегодня мы будем награждать с удовольствием, с радостью самые лучшие продукты в области фото, камеры и все прочие связанные с ними вещи. Ну и еще раз очень рад, что вас так много, что вы все здесь.